27 мая в спортивном зале общеобразовательной школы номер 10 состоялась торжественная процедура открытия первенства Одесской области по баскетболу среди мальчиков 2003-2004 годов рождения на призы торговой марки «Фест». В первенстве приняли участие 6 команд из Одесской «Дюсшор», из города Южного «Химик», из Килии, Рени, Соц-1 и Соц-2 из Измаила. На открытии присутствовали президент Измаильской федерации баскетбола Григорий Корчагин, вице-президент федерации, главный спонсор турнира Владимир Урсул и другие. Игры шли 2 дня, приуроченные они ко Дню защиты детей. Первое место заняла команда «Химик» из Южного, на втором месте «Одесситы» и на третьем месте измаильская команда «Соц-2». Оксана Картелян, веб-студия «Курьер».